всем. Всем привет. На канале Тифлоискатель. Снова у нас пропавшие ребята появились. Считанное количество раз они в этом сезоне. Денис вообще третий раз в этом сезоне. Офигеть просто. Дениска наконец-то дождался своего приза. Это смотри, шестой розыгрыш. Представляешь, оно сейчас уже 11-12 состоялся. И вот что, подарок. Спасибо. Рекрут забыл одеть, значит, его уже. Не, не забыл. Все тут. Надо украсть у тебя. Прибыли мы в локацию. Сегодня будем окучивать. Смотрите. Подрастающее поколение. Смотрите, все с талисманами. Ну, сегодня мы попрем. Сколько должны на четверых? 30-40 монет? Ну, 40 как минимум. 40 как минимум, да. Желательно все из них серебро. Да, серебро, ну хотя бы штук 10 серебра. Вон, вон и буханка едет, как ты сказал. Ну, видишь, я тебе говорю. Пожелайте нам удачи. Десант высадился. Обул я снайперку. На этом поле еще ни разу со снайперкой не ходил. А вдруг? Где еще, как не на распашке, ходить со снайперкой? Первый сигнал. Чистейший, 17. Смотрите, опять типа ядра какого-то. Что тут такое было-то? Чпок. Ну, первая путная находка. Снова 9-10. Это у нас какая-то пломба. Ну, показывать не будем на большую камеру. Нашел. Тебе везет на империю. 29-30 нахуй. И так это. Опаньки. Хе-хе-хе, империя. Да смотри, сохранчик какой. Да, сохран хороший. 2 копейки, какой там 1900? Дэн, какой год? 14-й? Да. 14-й год, Николай Второй. Отлично, сохранчик-то какой бомбический. А Серега нашел что, нет? Да нет, нет. Олегу в этом году поперл просто, ну, да, молодец. С царем не видел что. Да ты успел-то, блин. Тревленечка, не знаю, какая-то бижутерия. Серег, зря я, наверное, катушку снайперку того был. Сверху все было. И все, видишь, чистенькие. Да. Походу опять серебро, что ли? Ну, похоже. По сигналу похоже на серебро. Вот так вот Серега горбатых лечит. Два трюльника, копейка и опять серебрушка. Что за фигня, Серега? Красота. Зря я, наверное, снайперку был. Ну ладно, раз уж обул, буду ходить. Похоже на монету, да. Что, на империю похоже? Да не, 8-7, совет. Пятачок что ли? Вот и Дениск у нас отличился первой монеткой. Ну, даже показывать нечего. И так походу. Да нет. У меня пока ничего нет. Что за фигня? Снайперка. Что за херня? Ну-ка, прекрати. Наконец-то у меня монетка, бляха-муха. 15 копеек, рамочник. Что, и сохранчик нормаленький. Да не, нормально. 15 копеек, рамочник, 1945. Так, первая монетка. Надеюсь, не последняя. Да ногой выцепил, вот она. Восьмерочка звучала вообще. Теперь 10 копеек. Ну, убитенькая.
Но монетка. 10 копеек, ну, к сожалению, выпуклые, мятые все. Но монетка. Сигнал 26-28. Попробуем выкопать в онлайне. Если это можно назвать копанием. Что это? Фольга, что ли? Да. Обломись. Попытка номер два. Тридцать один, 32 вообще. Серебро, что ли? Или железяка какая-нибудь. А вдруг империя? Ну, стало 23. Что это такое? Блин, эту пину вообще говорить перестал, возможно. Что-то я гляжу, он не больно-то. Так, о, два тречка. Слушай, я офигею, Ван, конечно, рулит, блин. Молодца. Вот, понял прибор, и все нормально пошло. По двух метрах. Два тречка. И оба прям сохранчик нормальненький. Их еще можно спасти. Олежек молодец. Дениска, чё, нашёл чё? Нет. А чё так? Тебя Олег уже обскакал, три монеты, ё-моё. Сигнальчик был 15. Странно, в прошлый раз 17 долек звучал. Сейчас 15. Ну, наконец-то выцепил. Опа. От печки. 2 копейки. 2 копейки, алюминиевая бронза. Сохранчик хороший. Отлично. Блин, всего лишь 3-я монета. Что-то как-то сегодня туговато. Я думаю, Денис поднял, а ты? Ну вообще ты у нас. Офигеть просто. Орляночка прям зачетная. Вот это Олег орляночку поднял. Смотрите, какая зачетная. Целая. Обалдеть. Зачет. Ван Криш рулит. Талисман. Талисман работает. Ну. Серега у нас тоже орляночку поднял. Отлично. Ну и вполне целое. Ну, ушко, видишь, прямое. Да. Нормально. Талисманы работают. Здесь выбито, перевыбито. И не сработают. Мы его догнать не можем. Никак вообще. Капец. На лошадях скачем. Разделся. Все. Так, ладно. Еще часок, может, даже два походим, да? Вроде не жарко. Наконец-то монетка, вот она. Так, лопату убираем. 12. Капиндос. Алюминиевая бронза. Сохранчик нормальный, все это почистится.
Одна копеечка, алюминиевая бронза. Ветер замахал. 9 еще нет, а солнце уже печет капец. Наверное, скоро будем собираться. Вот, кстати, такой же молоток нашел. Что-то мы на стриме обсуждали. Это молоток, ну, печника или каменщика, короче. Этой штукой разрубает кирпич пополам, а этой пристукивает. Ну, как-то так. Ну, у нас сигнальчик 15. Что это такое? 2 копейки. Ну, со скрипом, но набираем монетки. 5-я, по-моему. Убитенькая. От ветра отвернулся. Вообще. Ни о чем. Ну, находка. Двигаемся дальше, как обычно. Олег у нас еще империю нашел. Я офигею просто. Никто из нас больше не нашел империю. Ванкриша рулит, блин. А ты что нашел? Новоцарик. Что? 5-й тоже. И я 5-й монет нашел. И ты 5-й, да? Вровь идем. Один у нас Сергей вырвался. Год не видел там какой? Да тоже, походу, николаевская копейка. Олежек у нас вторую монету, империю, сделал нас всех по полной со своим ванкишем. Что еще нашел? Итак, на сегодня все. Пекло. Начало 10-го, наверное, да? Уже дышать вообще нечего. Черметики немножко накопали. Сейчас покажем, что с монетками. Что мы намолотили сегодня? Отличился Олег вообще-то в первую очередь. Он у нас... Он сегодня читер. Две империи. Имперский читер. Да что такое? Все закрылось. Где там солнце стоит, его мать? Да и сохранчик хороший. Сохран хороший, да. Копейка, 2 копейки, орлянка. 14-го года. Прям вообще бомбезно. Так. Уже жарко. Дениска тоже неплохо. А сколько монет-то? 3-6 монет, да? У Дениски 5 монет. Какая-то расческа металлическая. Я, наверное, 30-ку намолотил. У меня тоже 5 монет. Пугает, 3 пуговицы и пломба. Ну, блин, Серега у нас, это вообще капец какой-то. 16 монет. Как такое возможно, я не понимаю. Пугается тоже орлянка и, походу, серебряная бижутерия какая-то. Итого у нас 16, 21, 26, 30. 32. Чутка до 40 мы не дотянули, блин. Ну, примерно. Не, ну, если хотите, я сейчас чудок покажу. Нет, всем спасибо за внимание. Вот она. Сработала. Все, труд. У меня точно сработала. Всем пока. Давайте.